какой разводной мост у нас. Чтобы корабли проплывали. Две части вращаются вокруг, где-то на 90 градусов. Военный корабль из гавани выплыл. Ну все, сейчас поедем. Поедем. Они вращаются, а потом еще одна получается чуть ниже второй и попозже поднимается, он соединяется посередине. Интересная система. Смотрю. Закончилось вращение и стоим, а потом еще присмотрелся, получается одна платформа ниже второй, а только что соединились, поднялась одна вверх. Все, поехали. Сейчас посмотрим в сторону, как канал там смотрится. Полетели.